Пока был заблокирован мой канал в Ютубе, и, скорее всего, он будет опять вновь заблокирован, ну ладно, соответственно, не об этом речь, компания Microsoft вновь заблокировала Windows, вообще, ролик про блокировки какой-то, Windows 10 и Windows 11 на своем официальном сайте. Набираем «Скачать Windows 10» с официального сайта Microsoft, и вот видите белый экран, да, он нам уже знаком. То же самое с Windows 11, заходим, и тут тоже белый экран, как, каким он был, таким и остался. Друзья, вот такая вот новость, она неприятна, но она такая, какая она есть. Соответственно, напомню, что мой канал получает ежедневно страйки, и поэтому, по этой причине, значит, проходите, пожалуйста, по ссылке мой канал в Дзене, там почему-то ничего не удаляют никому, не блокируют, не запрещают, потому что у нас диктатура в стране, как вы знаете. Вот, поэтому, друзья, проходите по ссылочке, пожалуйста, значит, все ссылки в описании, подпишитесь на мой канал, потому что, ну, я не знаю, его удалят с Ютуба, я говорю, я думаю, что, ну, я, конечно, надеюсь, что нет, но если каждый день просто закидывают страйками, и самое удивительное это то, что апелляции мои отклоняют, несмотря на то, что у меня в ролике, значит, обзор просто, значит, приложений из Google Play. Из Google Play. Google блокирует ролики с приложениями из Google Play. И все. Важное больше сообщение. Ничего нет. То есть, если мы... значит, заходим на мой канал, за что же я получил, прочитаем, значит, то увидим, сегодня пришло только два страйка, вот, последний, это последняя версия Яндекс.Эфир, смотреть бесплатно фильмы и сериал, ну, там, можно было реально смотреть бесплатно фильмы и сериал, и вот еще один, Иви, в одном приложении, смотрю фильмы и сериал бесплатно, без подписки, но с рекламой. И в Иви это возможно, если вы проверите. То есть это просто обычный обзор приложения из Google Play. И все. Вот. Так что два страйка за один день, буквально за несколько часов. Как вам такое? Сколько часов у нас еще впереди? Сколько страйков тоже? Поэтому, друзья, еще раз повторяю, по ссылке в описании проходите в Дзен. Если вас заинтересовало, всего доброго, всем пока. До свидания. Все ссылки в описании.